Здравствуйте, дорогие друзья! Мы начинаем вас знакомить с основами и традициями буддийского вероучения. Кто такой Будда и какое наследие он оставил людям? Что такое карма? Как устроен буддийский храмовый комплекс Дацан? И каким образом проводится молебен? Посещение буддийского дацана начинается с совершения горо, ритуального обхода вокруг монастыря. Верующие следуют за солнцем, двигаются по часовой стрелке. На протяжении всего пути принято соблюдать молчание, размышлять, молиться, читать священные мантры. Свитки с текстами мантр помещены в специальные молитвенные барабаны. Каждый поворот — это круг добродетели, соединение благого действия и мантры, которая помогает очистить сознание. Дацан – место собрания всей буддийской общины – сангхи. Монахи и учителя-ламы живут здесь постоянно. Миряне приходят на молебны и праздники – большие хуралы. Центрами буддизма дацаны стали еще при жизни Будды Шакьямуни. Будда – не имя, а понятие. Это тот, кто достиг просветления, сумел найти и указать другим путь избавления от страданий. Представление буддистов – в мире людей жили тысячи просветленных. Последним из них был Будда Шакьямуни. Как гласит легенда, Будда сам избрал время своего рождения, страну и касту. Он появился на свет в Индии, чудесным образом, приняв форму слона, вошел в чрево своей матери, царицы Махамайи, через ее правый бок. Беззаботную жизнь принца Гаутамы изменили три встречи, благодаря которым он узнал о существовании болезней, старости и смерти. Сиддхартха Гаутама решил найти способ прекращения страданий. Он убедился, что крайности – богатство с одной стороны и добровольная аскеза, нищета с другой, не могут сделать человека счастливым. После 6 лет исканий, сидя в состоянии созерцания под кроной дерева Бодхи, Будда достиг просветления. Он нашел путь к спасению. Это произошло в Бодхагае, небольшой город, сегодня наиболее почитаемое место паломничества буддистов всех школ и направлений. Само же дерево Бодхи стало буддийской святыней. Его отросток бурятские ламы привезли из Индии в Россию еще в 1956 году. Бодхи растет в оранжерее и Волгинского дацана. Оно напоминает верующим о 4 благородных истинах, которые открылись Будде Шакьямуни. Страдание существует, у него есть причина, есть возможность прекратить страдания, и, наконец, есть путь избавления от него. И это восьмеричный благородный путь. Он состоит из 8 последовательных стадий и ведет к правильному сосредоточению, то есть состоянию глубочайшего созерцания. Согласно учению Будды, все действия тела, все мысли и произнесенные слова имеют следствие. Тело, ум и речь определяют карму. Это закон причинно-следственных связей. Добродетели принесут избавление от несчастья. Плохие поступки порождают новые негативные последствия. Причем не только в этой жизни, но и в следующих перерождениях. Человек, избравший благородный восьмеричный путь, стремится к тому, чтобы все его действия были праведными. Полностью освободиться от страданий непросто. Сам Будда Шакьямуни, прежде чем достичь просветления, перерождался 550 раз. Он был, к примеру, зайцем, рыбой, торговцем, царем, святым.
Об этом повествуют короткие буддийские рассказы «Джатаки». Каждый из них состоит из высказывания самого Будды и комментария к нему. Житейские истории, к примеру, о мудром олене Руру, о повелителе рыб, о великой обезьяне, носят поучительный характер. По сути, джатаки – одна из форм изложения буддийского вероучения, цель которого – вырваться из сансары, круговорота бытия. Сансару принято изображать в виде колеса, разделенного на шесть высших и низших миров обитания живых существ. Все они, без исключения, находятся во власти Раджи Ямы, царя смерти. В центре колеса – змея, петух и свинья. Они символизируют гнев, страсти и невежество – главные причины бесконечных перерождений. Человек, совершавший греховные деяния, после смерти попадает в миры обитателей ада, голодных духов или животных. Тот, кто следовал добродетелям, переродится среди богов, небожителей асуров или людей. Так, к примеру, корысть и жадность приводят к рождению в облике претов, вечно голодных духов. У них огромные животы и тонкие с игольное ушко шеи. Даже если претам удается проглотить еду, она превращается в огонь и сжигает их изнутри. Буддисты верят, что от страданий не избавлены даже боги. Они пребывают в блаженстве, растрачивают добродетели и часто после смерти попадают в низшие области бытия. Самым благоприятным считается перерождение в мире людей. Только здесь можно достичь просветления. Над сансарой находятся лишь Будды. Они достигли нирваны. Согласно сутрам, священным буддийским текстам, нирвана невозможно описать ни с помощью цвета, ни с помощью формы. Будда Шакьямуни добровольно покинул свое тело и ушел в нирвану. Его последователи разделили прах просветленного на 8 частей, захоронили его и воздвигли ступы. С тех пор погребальные монументы устанавливают в память о почитаемых духовных учителях. Ступы есть в каждом дацане. Они стали символом просветленного ума всех Будд. Ступа также отражает строение Вселенной. Ее чаще всего квадратный пьедестал символизирует Землю. Верхний купол полусфера – это нирвана. Шпиль ступы – ось бытия, связующее звено мира земного и запредельного. Ступы еще и некая духовная лестница. Практикующий буддист должен пройти все ее ступени и подняться вверх, достигнуть нирваны. Учение о спасении от страданий, дхарму, буддийские монахи изучают фактически на протяжении всей жизни. Постичь дхарму, изучая лишь только канонические тексты, невозможно. Проводником и учителем на этом пути становится лама. Под руководством наставника ученики изучают тексты на тибетском, старомонгольском, бурятском и других языках. Заучивают сутры, оттачивают мастерство ведения диспута. В буддизме священные тексты не только источник мудрости, но и символ речи Будды и объект поклонения. Напоминанием о самой первой проповеди Будды стали фигурки двух ламий. По легенде, когда просветленный начал говорить, они вышли из зарослей оленьего парка и слушали его речь до самого конца. Лани, как правило, изображают возле дхармачакры, колеса учения с 8 спицами. Колесо благородной дхармы было запущено Буддой, и, как сказано в сутре, мир озарился беспредельным сиянием и светом, в котором поблекло великолепие богов. Все учение Будды было записано его учениками, архатами. На пути постижения учения верующим помогают бодхисаттвы.
В буддизме это особо почитаемые существа, которые, как и Будды, уже могут достичь просветления, но не делают этого из-за сострадания к людям. Они хотят спасти не только себя, но и других. Воплощение безграничного сострадания – Бодхисаттва Авалокитешвара. Тот, чьи глаза видят всех и каждого. Часто его изображают шестью руками, в память о том, что именно Авалокитешвара передал людям спасительную шестислоговую мантру «Ом Мани Падме Хум». В самых больших молитвенных барабанах Дацана находятся свитки, на которых до 100 миллионов раз повторяется эта мантра. Она – олицетворение чистоты тела, речи и просветленного ума Будды. Шестислоговая спасает от перерождения в шести мирах сансары. Известно всего 108 изображений Авалокитешвары. Самый выразительный образ – 11-ликий бодхисаттва. Рядом со скульптурой помещается его гневное воплощение, защитник учения Махакал. Авалокитешвара является покровителем Тибета и его жителей, а все учителя Далай-ламы считаются его земным воплощением. В знак почитания учителей Будд Бодхисаттв принято возводить дуганы, то есть храмы. В буддийском дацане, как правило, их несколько. В Ивалгинском дацане, к примеру, построено 10 дуганов. Здесь же расположена резиденция главы буддийско-традиционной сангхи России Пандиты Хамбо-ламы. По легенде, первый российский Пандиты Хамбо-лама Дамба Дорджи Заяев получил буддизм напрямую от самого Будды Шакьямуни во время своего предыдущего перерождения. Хотя историческую связь с монгольским и тибетским буддизмом, конечно, в России никто не отрицает. К примеру, в Забайкалье буддизм принесли монголы-кочевники, поселившиеся в долине реки Селенга. Сегодня буддизм широко распространен в Бурятии, Калмыкии, Туве, на Алтае. В облике и оформлении буддийских храмов России с давних пор сочетаются традиции деревянного зодчества Восточной Сибири и архитектурных стилей Тибета, Монголии, Китая. Бурятские мастера славятся виртуозной резьбой по дереву, геометрической, выемчатой, ажурной, прорезной. Пирамидальный силуэт дугана увенчан кровлей, углы которой словно взлетают ввысь. На крыше храмов устанавливают в центре ганджир, пинакль, выполняющий роль шпиля, по краям – жалцаны, сосуды в форме цилиндров, внутри которых находятся священные тексты. Общая ежедневная служба проводится в Цокчен-Дугане, храме Большого Собрания. Войдя в дуган, принято снимать головной убор. Миряне подают записки с именами, которые будут упомянуты во время молебнов и занимают отведенные для них места на скамейках. Ламы молятся от имени всех верующих. По традиции, за порядком во время хурала следит лама-держатель дисциплины. Его можно узнать по посоху в руках. В алтаре дугана помещают статуи Будд, Бодхисаттв, учителей. Также там лежат завернутые в темно-красную или желтую ткань сакральные тексты. Еще там помещают ступу. Так в дугане соединяются символы тела, речи и ума Будды. Подходить к алтарю принято с дарами. Совершается подношение или тахил. При этом жертвоприношения в виде животных Будды были запрещены. Он говорил: «Я не верю в счастье, добытое ценой страданий других». Дарами для Будд, Бодхисаттв и учителей
могут быть, к примеру, вода для ритуального омовения, цветочные гирлянды для украшения тела, лампада для услаждения взора, благовония или музыка, ласкающая слух. Пищей богов считается балин – подношение, приготовленное ламами из топленого масла, молока, ячменной муки и чая. Преподносить дары принято с чистым сердцем, с пожеланием блага всем живым существам. Обращаясь к божествам и Буддам, верующий прикасается ко лбу, гортани и груди, получая благословение тела, речи и сознания. Затем совершаются поклоны, простирания. Каждое прикосновение ладони, коленей, лба несет в себе определенное ритуальное значение. От выражения готовности подавить свою собственную гордыню до намерения помочь другим встать на путь, ведущий в нирвану. Простирания совершаются до 108 раз. Столько видов желаний, согласно буддизму, сковывает человека. Поднимаясь на ноги после поклонения, молящийся показывает, что он отрекается от сансары, материального мира. Верующий никогда не совершит ни одной из 10 черных недобродетелей, среди которых убийство, воровство, полная распущенность и клевета. Он не поддастся на соблазны искусителя Мары, который пытался сбить с пути просветления даже благословенного Будду. Помощи в разрешении житейских вопросов, здоровья и долголетия верующий часто просит у женского божества Тары. Она высшее утешение всем, кто нуждается в поддержке. Зеленая Тара способна спасти от любых несчастий, обмана, пожара, стихийного бедствия. В буддийской иконографии ее символ – водяная лилия с закрытыми лепестками. Божество совершает ритуальные жесты, мудры. Пальцы ее правой руки соединены в жесте дарования, левой – прибежище. Вытянутая правая нога зеленой Тары говорит о готовности прийти на помощь всем живым существам. Белая Тара – воплощение мудрости и сострадания. Ее отличительная особенность – 7 глаз, 4 из которых расположены на ступнях и ладонях. Эти глаза позволяют богине видеть всех живых существ во всех сферах бытия. Знак белой Тары – распустившийся лотос. Богиня сидит в Падмасане, позе лотоса. Ее трон также изображен в виде этого цветка. Земным воплощением белой Тары бурятским духовенством была признана Екатерина II, подписавшая указ о признании буддизма одной из государственных религий Российской империи. Считается, что мантра белой Тары способствует продлению жизни и устраняет возможные препятствия. Произнося мантры, буддисты желают счастья всем живым существам, страдающим в круговороте перерождения. В этот момент ламы перебирают четки. Одна бусинка, одна мантра. Иногда четки наделяют мистической силой. Считается, что они отпугивают злых духов, устраняют препятствия. Четки великих лам помещают в статуи Будд, замуровывают в ступы или в фундамент при закладке храмов. Кроме того, ламы оставляют четки своим ученикам в знак передачи дхармы из поколения в поколение. Учителей линии преемственности принято вспоминать во время ежедневного хурала. Текст, посвященного им восхваления, читают присутствующие ламы. Среди российских буддистов особенно почитаем учитель Цзонхава. Он реформировал тибетский буддизм и основал школу Гелугпа, что означает «добродетель». В конце XIV века Цзонхава напомнил о необходимости строго соблюдать монашеский устав, следовать правилам
зафиксированном в древних буддийских канонических текстах. Цзонхава изменил церемонию проведения хуралов, ввел новую форму одежды для монахов. В частности, появились головные уборы желтого цвета, в соответствии с желтым цветом монашеского одеяния Будды Шакьямуни и его первых учеников. Главным отличием буддийской школы Гелугпа стало почитание лам в качестве воплощения Будды. Во время молебна учителям в знак готовности следовать дхарме преподносится мандала — символическое изображение Вселенной. Цель медитации — усмирить сознание, соединить его с объектом созерцания. У обычного человека сознание подобно обезьяне, которая прыгает с ветки на ветку. У практикующего буддиста сознание управляемо. Мандала — это путеводитель, по которому сознание движется от кармакаи, разуму, источнику всех форм. Лама медитирует на нисхождение Идама, божественного объекта медитации, преобразует себя в его облике, призывает божеств. Затем просит сахиюсанов, защитников учения, об устранении препятствий на пути его распространения. Гневный облик защитников показывает, что так же, как и они, каждый буддист должен быть полон решимости покончить со своими недостатками, неблагими деяниями и привязанностями. Заканчивается хурал чтением благопожеланий. Пусть не будет в этом мире страданий, болезней, голода и войн, и не причинят вреда землетрясения, наводнения, пожары и другие бедствия. Да повстречаются все живые существа с драгоценными учителями и достигнут полной просветленности. Доказательством того, что достичь просветления, постигая и практикуя учение Будды, может каждый человек, для буддистов стало возвращение Пандита Хамбаламы и Тигелова. Во дворце в Авалгинском Дацане находится главная буддийская святыня России — нетленное тело Ламы и Тигелова. Даша Дорже и Тигелов был главой буддистов Восточной Сибири. В 1927 году в окружении своих учеников он принял позу лотоса и попросил их читать молитву «Благопожелание для умершего». Пандита Хамбалама погрузился в глубокую медитацию. Ученики, следуя указаниям, которые лама оставил им еще при жизни, похоронили его на сельском кладбище. Через 75 лет кедровый саркофаг вскрыли. Оказалось, что тело ламы не подверглось тлению. Он по-прежнему находился в позе лотоса. Святыню выносят из дворца только по большим праздникам. К примеру, на Сагалган-Хурал в канун Нового года. Феномены Тигелова соответствует представлениям буддистов о возможностях человека. Верующие считают возвращение ламы не чудом, а доказательством правоты учения Будды. Необъяснимая современная наука феномен Хамбаламы и Тигелова для буддистов – это еще раз подтверждение того, что учение Будды превыше всех законов физики, природы, бытия. Следуя по пути учения Будды, человек побеждает рождение, смерть и страдания. В следующем фильме мы расскажем о том, как проводятся большие хуралы молебны и как народе отмечают буддийские праздники.